Кто? Я последний раз спрашиваю, кто? Лех, Клод Луи Бертолли изобрел отбеливание хлором. Серая желтоватая бумага стала белой. И в обиход вошло выражение «чистый лист». Познавательная часть закончилась! Сейчас вместе побалдеем! Тихо, тихо, тихо! Сегодня для людей выступаем! Чистый лист, здрасте! Чистый лист, новый день, новый я! Ну чё, ребят, поприкалываемся, а? Илюх, ну ты-то куда? С тобой же по-любому в интернете есть видео, где ты пьяный до малолеток докопался в скейт-парке, а потом тебя самокатом вырубили. Скейтом? О, приколисты из Питера. Понимаем, места осталось мало, но надо брать. Почему? Во-первых, мы круто выглядим. Нет, мы с Андреем выглядим, как будто прям в данный момент едем на мотоцикле с люлькой. Не, ну еще мы молодежь с активной гражданской позицией. Вот недавно на выборы ходили. А как вот у Путина может быть 87% голосов, если у каждой второй бабушки есть футболка ЛДПР? Чистый лист, новый день, новый я. Лех, ты что делаешь? А что, пацанам для этого какой-то повод нужен? Тоже верно. Серег, ты что делаешь? Да я в Черном море часы потерял. Хочу слив выдернуть. Серег, что-то как-то резко появился. Привычка с родов. Ну сразу видно, придурочный. Опа. Дай-ка самку атакую. Не облизывайся. А ты не боишься, что у меня муж есть? А ты не боишься, что у меня муж есть? Он с твоим мужем знаешь, что сделает? Я знаю, что он с твоим мужем сделает. Твоего мужа возьмет и семью уведет, и все. Будем с тобой две брошенки в караоке до утра на власти орать. Так что считай, что тебе повезло, что у меня муж отсутствует. Ой, отстань. Серега, а что ты где пропадал вообще? Да что, ребят, затянула жизнь семейная, сами понимаете. Домашние суши, глаженные вещи, по-разному питаюсь. Мало такого осталось нормальных девчат. Сережа, я что-то не поняла. А чё ты со своей стороны пояс верности снял? Вот говорила мне мама с тобой не связываться. Слушай, я вообще не понимаю, что это за 15-метровое доверительное отношение. У нас вообще семья или нунчаки? Чистый лист, новый день, новый я. Чистый лист, новый день, новый я. Серёга, это кто? Это Лера, моя жена. Твоя жена? Ну да. Всегда хотел себе женщину, которая не изменится после родов. А почему она выглядит так, как будто матрас надувало, и на матрас кто-то прыгнул? Она тебя слышит. И терпит. Даже интересно, где вы только познакомились? Ну, что вам рассказать о той судьбоносной выставке тыкв? Сережа, шути, шути. Помни, извинения принимаются только сексом. Лер, ну, какой секс? Тебя что, мало судили за нанесение тяжких телесных? Ты меня знаешь, я стопудово мусорнусь. А что, жена не жена, копеечка лишней не будет? Блин, а ты такой привлекательный, когда меркантильный. Ты мой мужчина с телом подростком и лицом доброй бабушки. Чё пришла? Соскучилась по тебе, мой спутник жизни. А судя по Лерке, все, к чему она приближается, становится спутником.
Пойдем лучше провожу, до бесконечности будут накидывать. Мало такого осталось нормальных девчат. Уже скучаю. Ребят, ну что, предлагаю вообще не дожидаться, что жюри скажут, и как бы самим собрать мнение зала. Алексей, давай, прошу, иди в зал, будешь отзывы у зрителей узнавать. А мы за каждый положительный отзыв будем дарить подарок. Я уже Алексею на этот случай и денежку зарядил. Lexus, полный газ. Девушка, здравствуйте. Скажите, как вам наше выступление? Нормально. Нормально, спасибо вам большое. Обязательно приходите еще. Куда приходите еще? Отзыв был, дари подарок. Ребят, такое дело, я денежку взял, но на другое потратил. Интересный парень. Вот на что потратил, то и дари. Пожалуйста. Мужчина, как вам наше выступление? Прекрасно. В смысле прекрасно? Это наше выступление, а не карбонара из Ашана. Вы ж меня не подведете? Как вам наше выступление? В целом. Ну что вы делаете? Вы же видите, к чему это идет. Ёвки-павки, Алексикси! Ты что устроил? А если в зале есть люди из Калининграда? Они сейчас подумают, что это за ними президент Польши увязался. Да, такую дуду они еще не видели. Леха, все, давай поднимайся на сцену. Только спиной не разворачивайся. Лех, смотри им прямо в глаза. Это они тебя боятся, а не ты их. Да, глядя на такого леопарда, шутка про зоопарк сама по себе напрашивается. Зацени, здесь реальные пацаны, за моральное здоровье нации. Зацени, здесь реальные... Ребят, за исход вообще не переживайте. В любом случае пойдем в сезон как самовыдвиженцы. В этом году это выигрышная схема. Чистый лист! Ну что, Пермь, раз сезон последний, давайте вместе баловаться. Разные цели, одни и те же часы, временные пояса, прерванные сны.